Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы на аккаунте моего подписчика Данила с ником Лайгир. Вот такой вот ник у него, надеюсь, правильно прочитал. У нас сегодня коллекционер. Ролим, как обычно, имбо-героев. Поехали посмотрим аккаунт. Аккаунт хорошо донатный. Почти 500 000. Так, что у него есть, чего у него нет? 71-82, в принципе, не так уж и много, наверное, умеренный донат был. Донатных Вольта и Некроса нет. Сетна, Командора, ПБшка, Афина, фига себе. Рогатка, Бугимен, ну, в принципе, такие герои довольно-таки интересные. Видно, умеренный донат. Так, находится он в гильдии Трахозавра. Знакомая нам гильдия. Первые третьи места. Кидайте заявочки, вступайте. Атака фортов 20.00. От 200 силы 18 плюс. Глухие заявки не принимаю. По поводу вступления пишите в телеграм Скакотик или Казино Рояль. Так, окей. Поехали смотреть аккаунт, что у него интересного есть. Минус старенький. Ничего себе, тыковка ремочная еще даже. Интересно сейчас будет посмотреть подземки. Так, что еще такого интересного? Да, с талантами, конечно, не ахти. Видно, что аккаунт старенький. Нету талантов много и новых, и прокачки. Да, вот так вот. Интересно, интересно. Так, а ну-ка интересно посмотреть, что по подземках. Ну, думаю, подземки пройдены. Да, подземки пройдены. С такими героями, да и подземки не пройти. Это жестко было бы. Так, ну что, поехали. Будем пробовать ролить коллекционера. Собрать психощит. Сразу же королева Гарпи падает. Отлично. Но нам надо недостающие герои. Призрачный. Сыпятся герои на всех аккаунтах. Блин, просто жесть. А то, что надо, не падает. Посмотрите, сколько, блин, левых героев падает. Офигеть. Просто издевательство. Двадцать к, и мы уже 9 слизней собрали, фига себе. Так, окей, поехали дальше. Сердцеедка, ну блин, что с рандомом? Что за фигня? Реально жесть, Купидон опять падает. Одни Купидоны, блин, падают. Поехали в атаку солдатиками. О! Вот так вот даже капитан Рогатка. Если я не ошибаюсь, то не зря мы солдатиками поспамили. Да,
Хоть одного недостающего уже вытащили. Так, и что у нас по слизнях? Что, 10, 11. Печально, печально. Все, поехали дальше. Надо чаще солдатиками спамить, видимо. Так. Ну. Ну. Имба. Душек. Этот рандомчик меня убивает. Посмотрите, что у нас там было. 50. 38 тысяч. Мы уже, в принципе, все собрали. Офигеть. Так, ну блин, нам бы неплохо командору вытащить. Просто издеваются. Я офигею. Собрали все, кроме командоры. О, спать охота, но надо ролить. Так, ну не зря мы слили Фрейю. Ну, о, да. Поздравляю, еще один недостающий, огонь просто. Поехали еще кого-то сливать. Поехали опять сольем Фрея. Может, еще на 5к что-то вырвем. А вдруг? Все, это было наших 4 последних солдатика. Надеюсь, мы их не зря принесли в пожертвование. Малышник, но это не то. Ворожай, ну в принципе где-то близко, но опять же не то. О, и две королевы змей. Печаль, печаль. Ну, в принципе, не особо печально. Бугимен офигенный герой. Рогатка тоже офигенный герой. Тем более, у него куча героев, которые у него уже есть. Самое основное, мы собрали слизней. Да, мы не выбили командор, но она падает очень печально. Но зато мы достали офигенных, на мое мнение, героев, которые действительно помогут этому аккаунту в дальнейшем. Так, поехали посмотрим, чем мы тут есть. Использовать. Использовать. Отлично. Так, ракушка. Ракушка, ракушка. Так, 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 так. Где там у нас? Получить все, отлично. Так, что у нас есть? Карта одна. Тихо, щит. Ну все, в принципе. Так. Ну тут, к сожалению, не падают эти герои. Тут даже если мы вытащим сейчас мега имбу, опять же ворожай. Ну, в принципе, классный герой. Отсюда не упадут те герои, которые нам нужны. Так, псих пятый. Вполне good. Что у него еще? Все. Ракушка. Ара. Неплохо тоже. Ну, у него ара есть. В принципе, вот так вот, ребят. Получился у нас довольно-таки неплохой роллинг. Да, питомцы у него тоже есть все. Я считаю, что для трахозавров Бугимен и Рогатка не будут лишними. Так. Слона сможет докачать, смертушку можно подкачать.
В общем, вот так вот, такой вот роллинг. Пишите комменты, подписывайтесь на канал, как обязательно, я говорю, как обязательно уже заговорился. Участвуйте в конкурсах, ссылочка есть, как участвовать на стартовой страничке, смотрите видосик, там все рассказано. Все, всем удачи, всем пока.